Новая копейка ВАЗ-2101. Возвращение легенды. Вы не поверите, но старая добрая копейка ВАЗ-2101 снова возвращается в строй. Правда, машина ничуть не напоминает динозавра советской эпохи. Тут скорее пахнет шикарными американскими маслкарами. Дизайнеры явно вдохновились крутыми американскими тачками. Обводы новой 2101 напоминают эффектную помесь Мустанг и Шевролет Камара. Из технических характеристик известно немногое. Двигатель будет 2-литровый, турбированный на 200 лошадиных сил. Расход топлива обещает примерно 6 литров на 100 километров. В продажу машина поступит уже к концу 2017 года. Стоимость обновленной копейки пока неизвестна.